организаторами этой акции является региональное отделение Красного Креста. Молодежь «Справедливой России» подключилась к организации этой акции. Региональное отделение «Деловой России» с 2018 года, зная о такой потребности, такой специфической и уникальной продукции, мы решили, скажем так, передавать данную гуманитарную помощь. В чем уникальность этой продукции? Она заключается в том, что дети, рождающиеся с малым дефицитом веса, и их родители или даже государственные структуры, они не могут найти эту продукцию в аптеках. Это специальный заказ специального производителя со всеми своими особенностями. Мини-памперсы нужны для детей с экстремально низкой массой тела. Это маленькие наши пациенты, которые вот именно и нуждаются в таких памперсах маленьких. Было, значит, просто в пеленочке. Часто пеленали детей, чтобы ребенок лежал всегда сухой. То есть это усложняло, да, задачу? Ну, это не очень удобно. Памперсы, конечно, очень удобно. То есть ребенок положили памперс, его поменяли, их в достаточном количестве. Из-за этого это очень удобно.